Привет всем, вы на канале Desert Art, где сейчас будет представлен вашему вниманию обзор на 4 июня. Поехали! Так, и через 2 секунды я могу смотреть. Давайте-ка смотрим. Как обычно по нашей программе, мы быстро посмотрим скины, а потом посмотрим более углубленно, а потом с артами. Ну, короче, арты в конце будут... Они довольно красивые, в этот раз советую досмотреть до конца видео. Ну, кому интересно, конечно. Так, ну блин, в принципе, магазин мне уже нравится. Хо-хо-хо-хо, классная вещь. Тропическая разведчица. Андро. И бенгальский конек. О, классно. Поехали, более углубленно. Да? О, они ставили еще Мару и... Офигеть, уже четвертый день. Капец. Ну, что говорить про него? Я говорил уже вчера, даже ТикТок классный про него сделал. Оно просто шедеврально. Бля, тоже кое-что заметил. Без этого надо делать обзоры. Давайте больше поговорим про этот скин. Да нет, не про вас. Капитан команды пиротехников. Офигительно выглядит. Вообще, этот скин... У меня был в артах. В артах я уже видел его. Очень красивый скин. О, так мохнато выглядит здесь. Капец. Смотрите, еще мохнатая жопа. Кто извращенец? Я... А знаете, что я умею делать, да? Бля. Проебался чуть-чуть. Так, ладно. Идем дальше. Еще фейерверки такие. Круто, так под нее еще и фейерверки можно как бы взять. Жах, жизнь, свобода и медвежье счастье. Входит, наверное, звездные полоски. Классный обзор. Ой, классный скин. Ну, этот скин мне уже не нравится. Скажу честно, за 800, ну, это даже не колор. Интересно, да, за нее можно играть. Ну, реколоры, еще один реколор. Их недолюбливаю. Мне они не нравятся. Я не знаю, кто за них играет. Может, есть человек, который собирает коллекцию из реколоров. Я лично не хотел бы иметь. Хотя, смотрите, вот здесь она красиво выглядит. Вот лично вот так, как просто скин сдалека. Ну, иконка, короче. Насчет хип-хоп-дог. Мне тут нравятся существа. Сказать, что он плохой, нет. Это красивый скин с какой-то стороны. Сказать, что я бы хотел его в коллекцию... В коллекцию я бы хотел его, но играть за него я бы не хотел. Как-то так. Странно, да, но не особо нравится. Иконка, кстати, тоже клевая. Умница. Один из таких скинов, которые мы любим. Реколоры мы полюбили. В этом плане реколоры очень красивые. Смотрите, у него, во-первых, классно выглядит здесь. Посередине все в этом как надо. Еще, чисто из-за того, что у нее лэптоп сзади, этот скин становится очень крутым. У нее лаптоп вот так вот держится. Странно, кстати, я даже не знаю, на чем держится. С флешкой все как надо. Прям чувствуешь себя студентом. Бля, вот это такой реколор, который хочется иметь. А, звездный рюкзак для любителя. Не знаю. Кстати, выглядит красиво на самом деле. Подошел бы для Мишки еще один такой рюкзак. И еще один рюкзак, полосатый рюкзак. Классные рюкзаки, но просто как рюкзаки за 200, да? Прикольно. Даже так продают. Я, кстати, впервые вижу, чтобы тут был значок 2. С анимацией. Вот это классная вещь. Это вообще все сделано сегодня про панду. Все под панду. Офигенно. А как нас вертится... Ну, кстати, как-то слабенько, да? Не хватает эффектности. Ну, тоже круто. Очень красиво. Интересно, приятно. Хотелось бы иметь... А, так, тропический разведчик, так себе, андроид, крутая, топовая эмоция. Знаете, если у вас есть такой вот персонаж, как вот этот вот, Кумите, то вам бы такой бы зашел. Чисто бы взяли, использовали бы на битве сетов и были бы там первым. И бенгальский огонь. Вообще первый раз вижу эту эмоцию, радуюсь, не могу, она круто выглядит. Прикольно. Ну и все по сути. Давайте наконец-то посмотрим арты.
на сегодня. Ар, ты довольно милая. Так, ну, давайте вперед. Ой, ну, скачиваю я, конечно, так себе. Но, знаете, есть у меня и нормальные фотки. Классный, милый котика. Три котика. Новый скин вообще-то. Клясь. Вот почему клясь. Не потому что они на большом котике. Ну и ставим. Ну, такой себе, такой себе. Просто найти нормальную. О, знаете, я видел про него видео. Прикольно выглядит. Она крутая. У меня она есть в коллекции. Я ее обожаю. Это, наверное, первый женский эксклюзив в игре. Я точно не знаю, но Лоти Фрут — это как бы стример, и под нее такое сделать. Это очень круто. Мара, классный скин. Вот этот скин, я просто обожаю. У меня есть, ура! Спасибо, Лол Глобус, за подарок. Очень понравилось. Очень радуюсь мне. Так, Чеви, вау! Хотел бы такой скин увидеть в игре. Не знаю, еще был он такой прозрачный, через него можно было бы видеть, и вообще бы цены бы не было. Классный арт. Тоже четко. Ой, не на той сцене смотрел. Я забыла. Немного забыла, дурашка. Ну что поделать. Сонный бэкпак такой хотелось бы иметь. Прикольно. Прикольно. Я не понимаю, что здесь использовано. Смотрите, здесь какие-то эффекты. Здесь и здесь. О, ё-моё. Мне её жаль. Ну, прикольный косплей такой. Жалька. О, вообще, люблю Мидаса, девушка. Вообще, Мидас, девушка, это очень крутая вещь. Ниндзя, прикольно, прикольно, прикольно. Так, ладно, ищем, на чем можно остановить кадр. Я заканчиваю. Вот на этом вот. Все. Спасибо Амине за то, что скидывала мне арты. Твой арт как раз пригодился. Это был, по сути, обзор. Спасибо за внимание и всего хорошего.